И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Робби и Кэтмак. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Давно у нас не было карты хоррор, карта называется Бункер. Серега ее нашел. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну что, пацаны, реально я не записывал где-то хоррор уже... то полгода, наверное. Нет, месяца 4, 3, 2. Где-то так. Так, Серега, что там писали, что карта будет 20 минут, да, по таймингу идти? Да. Посмотрим, за сколько 20. Мы ее пройдем. Так, что дальше? Так. О, тут кардан от машины, и что это? Задняя часть. Ключ какой-то. Так, дверь открываем. А. Так, пацаны, идемте все. А кто там? Так, не спешите, то мы сейчас за 5 минут ее пройдем. О, Димас. Череп. Я твоего хейтера нашел. Пошли. А куда его? Да вот так, наверное. Может, надо на улицу? Нет, на улицу нам уже, наверное, не надо. Нет, не открывается. А куда его кинуть? Ой. Воу, а кто нас убил? А что это такое было? Может, это по сюжетке так и должно быть? Да-да-да. Воу, круто. Вообще теперь ничего нету, даже колесико мышки крутишь, все. Пусто. Ночной режим есть? А ночной режим есть. Давай без него пока поиграем. Если будет прям сильно темно, то мы его включим. Так, тут что-то отвалилось, а я видел, а не упало. Димас, ворота открываются, смотри. Во, погнали. Так, давай будем открывать двери по очереди, да? Закрыто. А тут... Стена, да? Прикольно. Нету. Нет. Так, подожди, ты что мигаешь? Нету. Нету. Когда а выключается, нашли... ничего не видно. Нашли так. Красный ключ какой-то. О, монтировочку бери. Опа, закрывается дверь. Ладно, так может и должно быть. Подожди, может надо побить дверь какую-то? Я, кажется, знаю стенку вот эту. Ой, я угадал. Ломай. Так, а что дверь опять открывается? Очень странно все. Ребята, скажу, что карта весит 1,6 мегабайта. Это очень мало для Гаррис Мода. И разработчик уже удивляет тем, что столько всего вместил. Серега, давай. 6 hours later. А, вот так вот даже? Майнкрафт, ребята. Я даже не удивлен, почему не проходил. Потому что очень мало весит. И я поэтому думаю, что ее проходить, говно это. А это не говно. Дверь... Эй, сзади. Тут... Че? Дверь закрылась. Че? Все фигня, ты Миша, давай по новой. Нас тпхнуло якобы назад. О, кровяка появилась, смотрите. Сейчас, наверное, будет все по-другому уже. Да, дверь теперь закрыта. А вот это... Во, идем. Давай, а ты что? Эй, эй! Тут скример был, видел, черный телепиздик да. Стоял? Да. Так. Подписывают меня на скример, да? А никого нету, ха-ха. Сзади! Эй, мужик, мы свои. А, у вас же монтировки теперь есть, а у меня нету. Оу, нифига себе. Отобрали монтировки. Вот же мы. Rise and shine, мистер Фримен. Rise and shine. Прикольно. Где? А где мы? В белой комнате. Во, лезем. Ночной режим. Воу, а чё я умираю? Так, все фигня по новой. Почему вы умерли? А нельзя на, вот, падать в темноту? Слева-справа которая. Так, чё, закрыто дверь, что ли? Закрыто. Ой. Вроде так все просто, но интересно. Так, ты бочки убираешь? Давай я тоже. Вон там в окне кто. Мужик! А, то кресло, какой мужик. Я сломаю окно. Не, не работает это так. Это нам специально показали, а что... А дверь от выбили, дверь выбили. Нифига себе, кто это сделал. Так, Эд Макс, давай. Удиви. Опа, он исчез. А ну с этой стороны. Так, сейчас что-то будет, по-любому. О, я нашел карточку. Note found. Чё? Так, возвращаемся назад. Так, нам сюда.
Нет, нам не сюда. Мы тут не смотрели, вот тут не смотрели. Давай сюда. Ой. А вот дверь мы это вообще открывали? А это одна и та же, с той стороны мы же. Понял. Будем. Я просто проверял, знаешь ли ты, видишь? Упс. Вот дураки. Все зря только. Так, ну подожди, мы нашли какие-то надписи там, записи. Застряли, да? Да. Два жиробаса. Пацаны, мы найдем сейчас, да, по-любому, что делать? Да, должны. Угу. Тут ничего. Кэт Макса что-то убило. О, давай я туда пойду. Может, там уже откроется эта дверь? А тут же ничего и не было. Красава. О, Димас, у меня идея. Чего вы там ломаете? А, все да. Ящики. Ты все ящики ломаешь, да? Да. Может, что-то в них есть? Я просто слышу, там вся карта ломается. Че, блин, испугал меня. Меня что-то убил. Меня Кэт Макс убил через дверь. Как? А так можно, что ли? Давай, короче, вернем. Ай, блин, да что? А! Там нычка? Смотри, что нашел. Да, под это. Я видел, как дверь открылась. Офигеть, кто. Я ее выбил. О, я на голову. Блин, прикольно сделал. Разработчик. Даже неожиданно, вроде уже все обыскал, ничего нет. Дверь на полу, это и есть проход. Если бы я по ней не долбанул, мы бы... это был бы затуп. А! А чем мы умираем? Потому что он дверь выбивает, и она тебя бьет. Не надо так делать, Кэт Макс. То что-то не сильно интересно. Далеко бежать. Правильно, это мне надо делать с Димасом. Че, все? Сзади, челик. Я видел черный челепиздрик. Так, давайте тут еще поищем. Может, мы что-то пропустили? Вот дверь открылась. Я не боюсь, выходи, подлый трус. Нет, закрыто. Дверь и сейчас закрыл. И сзади будет закрыто, смотри. Вот так во всех хоррорах сделано. Так. Ого! Нифига себе. О, фонарик дали. Отлично. Так, 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 ребята. А где там в какой-то пустоте? О, а это надпись. Я думал, там человек стоит. Так, ищем дверь, короче, какую-то. Музыка такая атмосферная. Пацаны, видите что-то? Пустоту. Просто туман какой-то. Ну, мы найдем, как всегда, на дурачка. Какие-то ворота нашел большие, но они не открываются. Так, так, так. Я прямо уже по периметру все прошел, ничего не вижу. Ой, я нашел кнопку какую-то красную. О, вижу, вижу. Нажимаем? Я нажал уже. Какие-то звуки. Ой, я ворота, кажется, открыл. Димас, идем. Идем, идем, идем. Я ржавые такие ворота, иди сюда. Бежим со всей силы. О, бы не хопить можно. Стены какие-то все засраные. Прикольно сделали. Тупик. Да. Что-то вот... Что-то поломилось. А, стена вот тут? Прикольно. У вас тоже такой ветер в ушах дует? Да. О, кровяка. Майонез кто-то... Ой, твой кетчуп разлил. Угу. Ой. Так, давай. У вас тоже вот это... Да-да-да, болтает. Так, еще их сделали, прикольно. Так, сейчас опять что-то откроется, поломается. Сюда. Идем, это лабиринт, что ли? Наверное, какой-то. Смотри, ага, опять варенье размазали. Вижу. Да ё-моё, хватит варенье транжирить. А вот это уже реально лабиринт. Че, мы заблудились, что ли? О, сзади нас, смотрите, что едет. Быстрее. Да ну что ж ты, Кэт Макс, стоишь-то? Ого, откуда мне еще идти? О, Димас, это босс, походу. Да? Это я там? Ты посмотри, кто сидит в этом танке. Это я же. Ну да. Скажи ему, чтобы он нас не трогал. А мы что, все слышь, умерли? Я. Не трожь нас. А что надо делать? Подожди, куда я опять упал?
У меня фонарика нет, пацаны. Ночной режим. Ну, давай, фонарик. Давай ночной режим пойдет. Нам его валить, да, надо? Походу. О, у нас валит какой-то пушкой. Надо приседать, пацаны. А, нет, приседать не работает. Хоп. Да что-то перепрыгивать не работает тоже. А, блин, это жесть. Что это за босс такой прикольный? А, надо с контуром перепрыгивать. Ой, блин, я... Отвалите. Что за жопа творится? Конец света. Куда стрелять? Я так и не понял. В этом, походу, засранка. Через стекло, что ли? А, вас тоже валит, да? Валим, 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 валим. Пацаны, смотрите, уже начал по-другому стрелять. О, я сломал стекло, валите его. Е, мы убили его, Дима. Да. Все, решай. Да я не хотел так, я просто попробовал, можно вообще его убить. А, это отомстили мне. Так, слушаем дальше, что будет. Слышали? Это лифт, походу. Вот, 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 сюда. А. Димас! Покмэп! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока!